Просто такой вопиющий случай случился со мной. Пострадавшая до сих пор приходит в себя. Рано утром из ее квартиры вынесли бытовую технику. Утюг, вытяжку и прочие мелкие предметы. Даже пытались сорвать шею золотую цепочку. Подозреваемых нашли. Сейчас их родители пытаются решить вопрос мирно. Они буквально вот вчера мне позвонили, сказали, чтобы я не писала заявление. Вот, и возместят мне ущерб. Я пойду им навстречу, я не буду писать заявление. По словам женщины, одна из девушек ей знакома. Весь вечер она находилась в ее квартире. Под утро хозяйка уснула, девушка ушла, но вернулась с подругой. Как они выносят вещи, зафиксировали камеры видеонаблюдения. А это новые районы, то есть люди еще вот в систему не верят. Вот, и, соответственно, попадаются таким образом. Есть некоторые прям спорят на камеру, умышленно действуют под камерой. То есть, ну, тут я не понимаю, что ими движут. Возможно, что девушками двигал алкоголь. За содеянное, вероятно, им все же придется отвечать по закону. И девушкам очень повезет, если это будет примирение сторон. Елена Саляхова, Александр Халин, Евгений Лызаев. Вызов 112.